До спортивного праздника остается совсем немного времени. Юные спортсмены упорно тренируются, чтобы выступить достойно. В качестве почетных гостей приглашена семья Николая Владимировича и его ученики. Мастера спорта международного класса, чемпионы мира и Европы. На турнире примут участие юные спортсмены 2002-2007 годов рождения. Всего ожидается приезд более 150 участников из Москвы, Московской области, Брянской, Белгородской, Смоленской и из Республики Беларусь. Школа ждет в субботу болельщиков. Праздник спорта, как всегда, пройдет в атмосфере дружбы, тепла и поддержки.